Власти Югры смогут выделять средства на очистку рек. Такое решение принято окружным правительством. Водные объекты – федеральная собственность, поэтому деньги из муниципального и окружного бюджетов на приведение их в порядок не выделялись. Наталья Комарова отметила, что теперь региональная казна сможет финансировать разработку проектно-сметной документации на мероприятия по очистке водных территорий. Это позволит приблизить долгожданную очистку рек, о которой часто просят жители, в том числе Сургута. В нашем городе такие работы требуются, например, сами. Горожане неоднократно призывали власть обратить внимание на водоем. Туда несколько раз в год из ливневой канализации попадают нефтепродукты. Спасатели на постоянной основе смонтировали рядом с выпускным коллектором несколько рядов боновых заграждений. На сегодняшний день в силу глубокого распределения полномочий не всегда доходят руки здесь и сейчас заниматься этой темой. Так, в соответствии с предлагаемыми решениями, окружное законодательство дополняется нормами, предусматривающими возможность финансирования затрат из окружного бюджета.